каждый передает. Ты поближе. Да, нормально, нормально. Я купила квартиру год назад, получается, в мае, в строящемся доме. Продала квартиру в городе Миан. Переехала сюда, потому что сын у меня здесь учится. Чтобы быть с ним, мы помогать в образовании и так далее. Сейчас снимаем квартиру вместе. Ждем сдачи дома. Все-таки я думаю, что вопрос будет в нашу пользу, что администрация пойдет нам навстречу. Я все-таки надеюсь на это. Потому что все люди, в принципе, да, мы такие же люди, как все, да, просто меньше возможности купить жилье, которое, ну, по меркам, да, по городским более, да, доступное, мы можем только себе это позволить на данный момент, да. Но мы имеем право тоже на жилье, на свое, на собственное. Поэтому я здесь.